А сейчас мы поехали на встречу с Леной и детьми. Они вчера приехали в Таиланд. Мы очень скучаем по Лене и по Майе Максу. Кто не смотрел Дэнмас ТВ, там есть Лена и Макс и Майя. И у них видео очень классное. У них очень много лайков. Так что я думаю, что вы посмотрите это видео и вы поставите лайк. Потому что с ними очень интересно. Интересно? Да. А Вероничка, видимо, рано встала и уснула. Она у меня все время засыпает здесь. Вот поэтому она сзади у меня не сидит. Потому что она может так вот уснуть и просто упасть. А Полина более ответственная, она всегда держится. Молодец. Лена поселилась на Каран-пляже, и мы уже буквально практически приехали, немного осталось. Гостиница называется Каран Сина Хаус. А мне вчера родители сказали, как называется, я понятия не имею, вот, говорите, адрес поехали. Сена называется какой-то. Ой, как вас много. Дети соскучились за мной, не видели друг друга. Да, встретили. Увеличилось вдвое, а шума стало в 10 раз. Так интересно, но у вас коридорчики такие симпатичные. Аутентично так выглядит. Вы заметили, да, что мы изначально старались? Да. Вы приехали в китайском стиле. Подожди, я проверю, можно снимать, нет? Пошлите. Трусов нет? Да, да, да. Обзор. Душ, унитаз, раковина. Все так оформлено прикольненько. Так. Мне что понравилось, что кровати можно сдвинуть. Ага. А то обычно же в отелях они закреплены и не сдвинешь. А мы сдвинули, у нас тут вообще... Ты номер нашла где? А в вашем же приложении, как он называется? Airbnb. Цена? Меньше 200 юаней. За номер. Я точно не помню сколько. Но вот за 14 ночей 25 тысяч заплатили рублей. 25 тысяч рублей. Ну да, здесь и байк не надо снимать. У тебя здесь все рядом получается. Ну действительно, оформление такое в китайском стиле. Телевизор, смотрите. Сегодня включила, там были на японском, на этом, на тайском. Очень так, это прям интересно. Познавательно. Так, дальше, что еще у вас тут есть? Рассказывайте. У нас тут балкончик с умывалкой. Опа, умывальник. Как? Зачем? Почему? Сюда. Зачем? Ну, чтобы утром проснулся, да. И кайфушки не в той душной ванной, а вот так. А глядя на улицу, стоишь, умываешься. Рядом проносятся моцики. Вон там, смотри, тела лежат, это, массажируются. Да, я прямо вчера выглянула, смотрю, о, это моя тема, и надо пойти как-нибудь. Массажик еще не делал тайский? Да нет, еще завтра хочу, наверное, пойти, пока жара будет днем. Ага. Дожди у нас, кстати. Да знаю, мы вчера пока ехали. Думаю, как ходить-то будем вообще. А по вечерам, да, вот в основном? Ну да. Вот такой типа тук-тук. Да, он. Они берут как бы нефиксированную плату, поэтому могут взять много. Да они вообще. Мы ни разу не катались, у нас дети просят прокатиться на этом тук-туке с музыкой. Веселый. Ну вот не знаю, а мы, видишь, приезжаем. А сколько байк стоит в день? 150, 150 маленький. Во, 150, а тут на один раз на тук-туке прокатиться 300. Они байк, конечно, выгоднее, да и удобнее. По фотографиям похоже? Вообще, один в один было. Мы когда зашли, тут даже подушечки так же лежали, как на фотках. И чисто. Ну, пурашки, правда, есть маленькие, муравьишки. Ладно, пойдемте, посидим где-нибудь, сядем. Спасибо, вы расскажете все свои подводные камни. Глаза! Он такой классный, он такой мягкий. Меня зовут мистер Глаза. Мама, купи мне тоже, пожалуйста. Мам, купи мне, пожалуйста. Мне. Ты посмотри. Дай-ка я просто. Пожамкать дай. Мама, пожалуйста. Мама, можно? Такое ощущение, что ребенок этот не лежал в больнице сегодня. Да, Макс, представляешь, она в больнице вчера легла и лежала. Ничего, да, пошевелиться помню не могла. Такие моменты, где-то год назад один же капельниц пролежал. Ну я надеюсь, вы в нашу деревеньку еще приедете, ребят. Я боюсь, что вы приедете больше. Что? Музыка чтит.
Здорово, я что-то тебя обняла, а твои зрители потом скажут, что я обнимаюсь-то с чужим мужчиной. Лучше с Катькой пообнимаю. Не, ну на глазах жены можно. Целовашки, обнимашки, давайте, идите. На камеру вот так. Нет, да, без камеры. Подожди. Каравай, каравай. Завтра встаем в 8, уйдем на пляж, согласны? Нет. Я 8. Не поняла, вы что тут расслабились? 8 нас, дней. Для нас это сильно рано. Пока. Да. Я бы хотела к вам на байке приехать, но я не умею водить. Отдых. Хочу, пожалуй, захватить. Начался. Неужто, неужто, без такого холода приехали? Там так холодно в Китае, просто жесть. Рассказывайте, куда мы поехали? Мы поехали на море с моим Максом купаться. С Дэмастеви купаться. Они уже нас ждут на пляже, уже, наверное, купаются, а мы к ним поехали. Оля, как водичка здесь? Такая нормальная, тепленькая. Чистая, заметила? Угу. Очень. И, кстати, здесь очень глубоко. Ой, идем, идем, и раз такая семья Васильевна. Чисто случайно. Маленький Таиланд. Слушай, здесь глубже. Чем где? Это получается пляж Каран, да? Да. А там Ката. Там прям можно в море уйти. Да. Макс, тебе нравится? Мне больше тебе, от тебя интересно. Мне нравится, потому что волны есть. Здесь мало волн. Сегодня очень спокойно. Да ты что, а что еще бывает? Больше не спокойно? Да, мы там прям прикалывались. Фу! Фу! Ныряй давай с очками-то. Да. Давай, раз, два. Глаза только не закрывай. Накупались, сейчас поедем к маме к нашей, да? Будем обедать. Понравилось? Сегодня было очень много пляжа. Девчат размазало по мотоциклу. Сегодня утром рано проснулись в борьбе за планшет. В 8 утра я слышал борьбу эту. И вот результат этого. Ребенок спит на ходу. Приехали. Спать будешь? Да? Полюшенька, приехали. Тоже рубит, да? Вот так вот, такие дела. Ну как? Красотка. А что лицо такое красное? Сгорело, потому что... Ну что, нормально ей, нет? Да, симпатично. Футболка мне нравится, а шорты большеваты. И много синего, я считаю. Размер поменяли! Мне нравится. Берем? Да. Ребята, смотрите, вот такая вот помада. Она вот такая вот прозрачная. А когда ее, ну, намазываешь, она вот такая вот становится. Такая вот чуть-чуть розовенькая. Вот, и это мне мама вчера купила. Она очень, ну... Очень такая волшебная. Она очень хорошо увлажняет губы. Она очень хорошая. Называется она вот так. Мне такая же помада.